достало. Как меня все достало. Попасть на сухогруз, прячь оружие. Здравствуй. Ну, здорово. Да чё ты топчешься? Если есть что, выкладывай, нет, проваливай. Давай, давай, не задерживайся. Да. Здравствуй, сталкер. Это все. Можешь идти. Покедова! В общем, выкладывай. Здравствуй, сталкер.
что рассказали. Все смеются, а один Летеха нет. Он ему и говорит: «Слышь, лейтенант, всем смешно, а тебе нет? Так я не из вашей части, товарищ полковник». Знал бы, что так обернется. Они здесь, в зоне этой проклятой.
Thank you.
ты рассказал? Мне это столкнулись как-то наш и американские спутники. Автомат не клинил, да патронов хватило. А так прорвемся. Аномалии, мать. Вот это самое страшное точно. Как там у сталкера? Как его зажарило? А другого по деревьям раскидала. Скай. Не дай бог. И запомните, очень часто после проверки боем оказывается, что надежный тыл на самом деле... Мы в полной жопе. С момента крушения вертолетов это уже не операция. Абсурд. Нас обложили. Связи с центром нет. И улучшения ситуации не предвидится. Эвакуации по воздуху ждать не приходится. Вертолеты опять не прилетели. А с такими потерями среди ребят скоро и эвакуировать некого будет. Контроль над ситуацией утерян. Нам до зарезу нужна связь с центром. Радист считает, что сигнал глушится где-то рядом. Он как раз пытается вычислить координаты. Я отправил бойцов примерно в тот район, но они пропали. Даже личные радиомаячки не определяются. Одна из твоих задач, майор, установить связь с центром. В нашей ситуации, я полагаю, это становится первостепенным. И еще личная просьба. Разыщи моих бойцов. Добро. Короче, слушайте. Трючит, короче. Тебе что-то темное подползает. Твои действия. Так это... Вас, наш командир...
Передайте полковнику, я нашел одного из ваших ребят. Похоже, он подорвал себя гранатой. Признаков перестрелки и других следов боя не обнаружено. Здесь Ковальский. Я тебя понял, майор. Слушай сюда. У нас есть хорошая новость. Мы наконец-то получили точные координаты источника радиопомех. Сигнал идет из здания детского сада. Ого, вот это да! Неужто вернулся?
Мы уж думали, все, не увидим больше нашего доктора. Так что все-таки случилось? Да, было кое-чего. Как-нибудь потом. Ладно. Спасибо за помощь. Там полковник просил тебя зайти. Хорошо, зайду. Да, еще. Гарик ушел на станцию Янов. Пополнить запасы. Просил передать, что несколько дней его не будет. Понятно. Так что, ты где был? Не поверишь. В холодильнике. Ха, нифига себе. Нет, такого я еще не слышал. Надо же, в холодильнике. В каком холодильнике? Где ты вообще холодильник нашел? Где нашел. Я бы посмотрел, чтобы ты нашел в таком состоянии. В каком это таком? Хм, даже и не знаю, как сказать. Главное не дрейфить. Не дрейфить, да. Тогда все живыми отсюда выберемся. Чего тебе? Я так чувствую, с 5 килограммов я уже тут того. За собой тут следить все время надо. Вышел на связь начальник штаба. Я доложил обстановку, передал собранную информацию. Вертолетов пока не будет. Нам предлагают закрепиться на занятых позициях и ждать распоряжений. При штабе сейчас состоят наблюдатели из СБУ, так что ты сможешь поговорить со своими. Товарищ полковник, недалеко от базы обнаружен источник радиосигнала. Передача зашифрована, оперативно расшифровать не удалось. Координаты имеются, лейтенант? Так точно имеются, товарищ полковник. Но сигнал периодически исчезает, и его источник движется. Опять монолитовцы? Я проверю. Главное, днем между собой срутся, а ночью собираются в стаи и нас кончают. Координаты.
совсем рядом с тобой. Я никого не вижу. Рядом, рядом совсем. Движется к нашей базе. Так он под землей. Майор, это Ковальский. Возвращался бы ты назад. Нам нужно как следует подготовиться на случай атаки. Хорошо, что теперь они нас так не застукают. Стрелок. Известный сталкер. Это же ты отключил выжигатель? Было дело. Только план не сработал. Я пришел встретиться с вашим начальством. У меня есть информация, которая поможет взять под контроль и уничтожить зону. Начинается выброс. Пошли, поговорим в укрытии. У нас неприятности. Вертолеты разбиваются по неизвестной причине. Пока эта самая причина не выяснена, вертолетов больше не будет. Придется идти до края зоны на своих двоих. Причина самая простая. В воздухе, особенно ближе к центру зоны, аномалий не меньше, чем на Земле. Да у нас была подробная карта пролета мимо аномалий. Вертолеты под завязку начинили защитой от выбросов. Странно. Странно, что вы еще не заметили. После выбросов расположение аномалий обычно меняется. Некоторые рассасываются, зато появляются новые. Ваша карта устарела еще до записи на диск. Ясно. И что теперь? Выбросы не происходят подряд, один за другим. Если вы сможете просканировать местность сразу после выброса и засечь расположение аномалий, до следующего выброса вертолеты успеют забрать всех. При первой возможности нужно сообщить об этом в центр. После выброса я сразу же свяжусь с командованием. Лейтенант, при первой возможности установи связь со штабом. Есть, товарищ полковник! Да, а я когда-то думал, что капец это ливень в Карпатах. Теперь бы это для тебя сошло за солнечные ванны на курорте.
Так, выброс, похоже, прошел. Лейтенант, свяжись с центром. Так точно. Центр на связи. Выброс, товарищ генерал. Во время него связь невозможна. Ясно. Ладно, слушай. Операцию «Фарватер» берет под свой контроль СБУ. Майор Дегтярев рядом? Да. Теперь он у вас главный. Пусть ждет. С ним сейчас свяжется его командование. Вас понял. Здесь майор Дегтярев. Связь хорошая. Добро. Назначаетесь ответственным за завершение операции «Фарватер». Ковальский с отрядом «Скат» будет вам содействовать. Доложите текущую ситуацию. На данный момент удалось получить документы об экспериментах на территории зоны. Кроме того, к нам пришел сталкер, который побывал на ЧАЭС. Кличка «Стрелок». Он готов с нами сотрудничать. Есть. Я получил достоверные данные, сведения от стрелка только подтверждают их. Вертолеты были поражены аномалиями, расположение которых изменилось во время выброса. Это не было учтено при составлении карт перед операцией, поэтому десант и погиб. Теперь учтем. Значит, у нас есть время до следующего выброса. Вас со сталкером подберут на точке Б-28. Группа «Скат» эвакуируется с вами. Вертолеты уже поднимаются в воздух. Конец связи. Ну что, бойцы, все уловили? Слушай мой приказ. В пути не расходиться. Держаться группой. Сталкера беречь, как зеницу ока. Вопросы есть? Ну и отлично. Готовимся к отправке. Майор, можно тебя на пару слов? Ну что, спасибо, дорогой нашей прачечной. Ничего так получилось, база. Теперь быстрее к вертушкам и домой. Как запрыгнем в вертушку, тогда и поговорим, лады? Успеется еще поговорить. Что-то неспокойно мне. Хватит ли патронов, если что?
Отряд, выдвигаемся. Десятка зомбированных! Зомбированный в Припяти знает, что мы здесь. Надо двигаться быстрее. Отряд, бегом! Красавчик! Впереди еще зомби! Мы на подходе! Мы не можем ждать! У нас приказ! Если нападут, будем взлетать! Вас понял, ребята! Постараемся успеть! Всем быть начеку! Приказы выполнять мгновенно и четко! Мы в двух шагах от точки эвакуации! Пошли!
Не останавливаться! Бегом! Оно здесь! Бежим! А? Что? Уходим! Получил! Готовы взлетать. Давай вертушку. Надеюсь, она того стоила. Как тебе? Получил? Получи, скотина! За успешно проведенное расследование Дегтярев был поощрен внеочередным званием полковника. Отказавшись от предложенной ему штабной должности, он выразил желание направиться в зону постоянным наблюдателем от службы безопасности. Информация о пси-установках, добытая майором Дегтяревым, не на шутку встревожила его руководство. Все материалы по X-лабораториям были изъяты из военных архивов и помечены грифом «особой важности». Сотрудники СБУ в зоне получили приказ любой ценой воспрепятствовать распространению информации о сути проводившихся работ. На основе промышленной документации изделия номер 62 было создано несколько опытных образцов. После испытаний от массового применения данного оружия было решено отказаться. Стоимость боеприпасов оказалась слишком высокой. Впрочем, некоторые факты позволяют предположить, что совершенствование гаусс-пушки негласно продолжается. После того, как все попытки взять Скадовск под контроль провалились, Султан и его банда покинули судно. С исчезновением этой опасности слабый ручеек сталкеров и артефактов превратился в бурный поток. Бизнес Бороды стал процветать, а Скадовск в популярности почти сравнился с баром «Сторинген». После уничтожения логова кровососов твари зоны уже не могли помешать течению здешней жизни. На какое-то время старое судно стало центром относительной стабильности в изменчивом мире зоны. Возросшая численность и популярность среди сталкеров позволили долгу вытеснить свободовцев со станции Янов. После ожесточенного боя отряд «Свобода» во главе с Локи
был уничтожен. Научно-исследовательская экспедиция профессоров Германа и Озерского увенчалась успехом. Собранные данные помогли в разработке нескольких уникальных устройств и лекарственных препаратов. В свете этого финансирование программ исследования зоны было многократно увеличено. Рассказы Гарика о борьбе военных с опасностями Припяти заинтересовали многих, и вскоре силами разрозненных групп началось изучение города-призрака. Несмотря на постоянные атаки бойцов «Монолита», сталкеры смогли закрепиться в бывшем лагере военных и теперь совершают оттуда вылазки вглубь города, с каждым разом продвигаясь все дальше. Рассказы об оазисе перестали быть легендами. Все чаще в разговорах сталкеров упоминались те, кто смог найти путь к этой тайной аномалии. Поток искателей не иссякает, чем и продолжают пользоваться бандиты. Новички клюют на предложение показать дорогу к оазису, но дело обычно заканчивается грабежом где-нибудь в сторонке от сталкерских троп. В зоне продолжают действовать отряды наемников. Их интерес к секретным лабораториям заметно возрос и успел привлечь пристальное внимание СБУ. Тем не менее, установить личность заказчика, стоящего за наемниками, не удалось. Местность у станции Янов привлекает все больше сталкеров. Отсутствие опасных мутантов и изобилие аномальных образований привели к тому, что в сталкерском сознании эти места стали ассоциироваться с тем самым клондайком артефактов. Зулус вернулся к главной базе долга на заводе «Росток». Никто не знает, о чем он говорил с генералом Ворониным. Но спустя несколько дней Зулуса видели во главе крупного отряда, и направлялся тот к центру зоны. Вано ушел на армейские склады к свободе, где легкостью характера и оптимизмом быстро заслужил всеобщую симпатию. В конце концов он возглавил небольшую группу исследователей, которая занялась изучением аномалий. В зоне появилась новая группа сталкеров. Подготовлены они хорошо, но цели их никому не известны. По неподтвержденным слухам, все эти люди когда-то были бойцами «Монолита». Лидер отряда известен под прозвищем «Бродяга». Старший лейтенант Соколов продолжил летать над территорией зоны и был сбит наемниками над Лиманском. Через 2 недели его, выжившего не иначе как чудом, возле кордона подобрал патруль. Вскоре Соколов покинул ряды ВВС и перешел в гражданскую авиацию. Во время особенно мощного выброса группа сталкеров была вынуждена искать укрытие в старой барже «Ноя». Вскоре судно атаковали снорки, и ребята поняли, что они оказались в небольшой, но приличной крепости. Особое изумление вызвал выводок щенков псевдособаки, которые вместе с «Ноем» помогали оборонять баржу от мутантов. Кардан, узнав о судьбе друзей, больше не помышлял о сталкерской карьере. Преодолев алкогольную зависимость, он перебрался на Янов, где вместе с Азотом организовал мастерскую по ремонту решительно всего. В свободное от работы время оба техника с увлечением конструируют средства передвижения, максимально подходящие для экстремальных условий зоны. Стрелок передал руководству СБУ добытые на станции данные. Эта информация подтолкнула правительство к созданию научно-исследовательского института Чернобыльской аномальной зоны. Место главного научного консультанта в нем занял сам Стрелок. Командир группы СКАТ полковник Ковальский после возвращения из зоны доложил начальству о причинах провала операции «Фарватер». После долгого разбирательства и многих попыток переложить на него всю ответственность, полковник с почетом ушел в отставку. Thank you.
оставляя поколениям горький след. И в памяти лица близких нам людей, праздник красных флагов, звонкий смех детей. Все исчезло, остались слезы среди камней. Повторяет.